С 1 марта текущего года на территории Республики Беларусь вводится обязательная маркировка средствами идентификации отдельных товаров легкой промышленности. Такая мера поможет проверяющим органам легко выявлять контрафактную продукцию, так как ее кодов не будет в общегосударственной базе. Производителям и реализаторам стоит обратить внимание на перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Таким товарам относятся пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, постельное белье и иные товары. При этом товары, имеющиеся в остатке на дату проведения маркировки у субъектов хозяйствования, осуществляющих производство, оптовую и розничную торговлю такими товарами, также подлежат маркировке. Во избежание ошибок при маркировке остатков товаров плательщики вправе использовать пошаговый алгоритм действий, размещенный на сайте Министерства по налогам и сборам. В целях организации бесперебойной торговли нормами законодательства было предоставлено право субъектам хозяйствования провести инвентаризацию остатков товара и приобрести средства идентификации до введения данной меры. По информации унитарного предприятия издательства «Белпланковыт», для предоставления субъектам хозяйствования возможности заблаговременного приобретения средств идентификации, кодов маркировки, для маркировки остатков товаров, их выдача обеспечена с 1 февраля 2022 года. Техническая возможность внесения сведений об остатках товаров в систему маркировки предоставлена с 1 марта 2022 года.